Рестораны и кафе Атырау готовятся к снятию ограничений, пока все работают в режиме доставки. Постановление главного санврача области с требованием к объектам общепита пока не вышло, поэтому предприниматели вынуждены готовиться к снятию карантина по примеру своих столичных коллег. Тему продолжит Алия Жамитова. Смотрите, сейчас надо расставить столы так, чтобы было расстояние не меньше 1,5 метра от спинки к спинке. Валентин Бойко – управляющий сразу в нескольких ресторанах. Хотя снятие ограничительных мер в Атырау официально еще не объявили, уже вовсю готовит персонал и заведения к открытию. Опыт перенимает у столичных коллег. По новым требованиям санврачей столы должны быть расставлены каждые 1,5–2 метра. Санитарная уборка и дезинфекция проводятся каждые 2 часа. Приобретаем сейчас термометры бесконтактные, приобретаем коврики. Часть из тех требований, которые были выдвинуты, у нас уже реализована в обычной работе. Это касается кварцевания, дезинфекции посуды регулярной. Нам осталось только добавить кварц в залы, ну и соответствующим образом расставить мебель. Сегодня в Атырау зарегистрировано около 1000 ресторанов, кафе и столовых. В связи с карантином большая часть из них работает в формате доставка и самовывоз. Сами клиенты к такому виду обслуживания за 2 месяца привыкли, но не скрывают, что уже скучают по вечерам в кругу друзей и родных. Да, мы ждем с нетерпением, когда уже ситуация стабилизируется и будет возможность выйти на улицу, нормально посидеть, покушать в кафе и ресторанах. По словам главного санитарного врача, дополнение в постановление о снятии ограничительных мер готовится. Если эпидемиологическая ситуация в городе будет стабильной и прирост заболеваемости не превысит 7%, ресторанам и кафе работать разрешат, но только при соблюдении 5 обязательных условий. Там будет термометрия. То есть все, кто посещают, обязательно должны пойти термометрию. Второе, допустим, там надо обязательно, чтобы был кварц, чтобы помещения кварцевались. Обязательным условием будет вентиляция, чтобы эта вентиляция у них работала. Должен быть коврик дезинфекционный, допустим, при входе. К самим сотрудникам объектов общепита также будут предъявляться условия: двухразовая термометрия, наличие масок и перчаток. У входа в общественные заведения обязательно должны стоять санитайзеры. Алия Жамитова, Тимерлан Султангазиев, Жандос Рахметуллин, Хабар 24, Атырау.